Ваши документы предъявите. Подождите. Меня регистратор записывает. Сразу вам могу сказать. Подождите. Что? Успокойтесь, что? Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Права представьтесь. С тобой? Представьтесь. Смирнов. Документы предъявите. Какие? Ваши документы. Права, мали? Не права, а ваши документы. Кто вы не такой? Не понял, какое. Права? Не права, а ваши документы. Ну какие документы? Аплицибу вашу, пожалуйста. Что? Блин, аплицибу, пожалуйста, что вашу. Аплицибу? Документы ваши предъявите. Успокойтесь. И вообще с той стороны подходите, пожалуйста, да, не с этой. Почему? Да потому что здесь проезжая часть. Не указывают, я с какой здесь стороны подойти. Блин, здесь проезжая часть, вас могут сбить. Это замечание. Нет, не права, мне что, ну... Ну вы говорите документы. Ваши документы. Да, документы. Я сейчас уеду. Почему? Потому, вы инспектор или кто вы? Инспектор. Так предъявите ваши документы инспектора. Вот документы. Это не документы, это водительская аплицибо. А какие вам? Я вам не обязан предъявлять свои документы на основании вашей водительской аплицибы. Документы, мантрасы, то есть документы. Мне, стоп, мне нужно ваше, кто вы такой вообще? Этот? Нет, не этот, ну вас полиция. Какой? Я вам... Что вам надо говорить? Стоп, минуту, почему вы проверяете меня сейчас? Я вас не проверяю, вы сейчас меня проверяете. Нет, я хочу узнать ваше это самое, почему я вам должен предъявлять вам свои документы? Кто вы такой? Кто? Нет, стоп, почему я должен предъявить вам документы? На основании чего? Кому я должен предъявлять документы вообще? Смирнов, Райвилс, 02-0581-12-557. Что вы улыбаетесь? Я не улыбаюсь. Не, ну... Хорошее настроение. Да я понимаю. Ну, я сейчас дайте свои права. Стоп, стоп. На каком основании? Вы кто? Вы дорожный инспектор? Проверяем водителя, что не пьяный. Есть прям. Вопросы такие. Какие вопросы? Это к вам вопросы. Почему водитель-то... Не, ну, я вообще спокойный. Я вообще спокоен. Сериалы русские. Да какие русские сериалы, да? Ну на каком основании? Ну давай, смотрите, давай. Вот. Руки надо давать. Стоп! Стоп! Так, хорошо. Ты паспорт дайте. Почему вы нападаете на меня? Я не нападаю. У меня регистратор все пишет. Все, пусть пишет. Это будет в Ютубе. Это будет в Ютубе вашей полиции. Да. Да. Вот так вот. Стоп! Сюда залазить нельзя. Это. Давай сюда свой аппарат. Какой? Вот этот такой. Сюда аппарат. Тейк-паспорт дайте. Что от меня требуется, тейк-паспорт. Уважаемый? Тейк-паспорт. Нападать только не надо. Вот не надо нападать. На меня нападать не надо. Вы сначала это самое, сначала разберитесь с вашими. АКУА. АКУА. Вот нужно свои документы предъявлять. А вот нормальные. Какие водительские права? А вы спросили документы. Я спросил документы, на основании которых я вам должен предъявить свои документы. Я показал вам. Райвилс или как? Райвилс вас, да? Показал. Вы показали, но после чего вы показали? После своих водительских прав. А вы, стоп, минуту! Это самое, что водительские права это вообще не является документом для того, чтобы я вам предъявлял свои. Кто вы такой? Я ж не знаю. Я попросил документы ваши на основании. Я попросил ваши документы. Все? Нет, чуть-чуть дольше. Дольше. У меня больше дыхания нету. Дуть в эти трубы. Вообще не. Я вообще. Хорошо. Да. Чуть-чуть илга дольше. Че, еще дольше? Да. Ну сын не надо, смерить гиапу. Без картиба? Так естественно, я вообще не пью. Я ни пива, ничего не пью. Ну просто это самое. Да какой я? Я нормально, это самое. Что у меня это самое? Мне просто интересно, почему, на каком основании? То есть на основании прав? На основании прав? Да я вообще не пью. Я даже пиво не пью. Не, ну как, регума, это самое. То есть вы должны предъявить ваши документы, и тогда я свои. Я же не знаю, может вы бандит, понимаете? То есть стоите, да? То есть, ну откуда? Не, ну откуда я знаю? Ну блин, ну... Откуда вы сам? Откуда? Я с Риги сам. Рижский сам. Ну, Рядом. Ну что, ну все.